Итак, вы Андрей из Красноярска. Мы поговорили, я небольшой фильм снял. Место у вас не очень. Вот. Не очень, наверное. У нас очень солнечное место. А хочется всего того же, да? Да. Вот смотрите, скромные манжурцы, видите? Угу. Эти должны расти вплоть до этого, до Енисейска. Вот, видите? Вот это. И в каждом саду должны быть. И давно уже все должно быть. И соки, компоты, варенье. А пойдемте, я все-таки на вас всегда пробую угощать. Почему? Конечно, для меня это не шедевр. Кого не угощаю, все говорят, сладкие. Давайте попробуйте. В этом году они такие мелкие. На еду годятся? Сладкие. Сладкие? Да. Ну вот еще один. Пойдемте сюда, покажу кое-что. Это потомок манчжурцев. У них, может быть, примешана кровь культурных. Вот. А в Енисейске видел, продавали вот типа вот таких. Давайте. Вот хотел спросить. Пробуйте еще вариант. Что в Енисейске продавали? Абрикосы вот такие же. Но я не спросил, это местные. А, косточки? Нет, сами плоды. Плоды. Ну, вообще-то с юга такие не привозят. Может, кто-то из моих этих друзей развел. Вот. Вот тут тоже сладкий. Наконец, третий вариант. Манжурец патриарх, который начинал как карьеру как дикий дикарь. Давайте угощайтесь. Ну, есть сладость, не терпковатый. Терпковатый, он самый первый. От него по стране пошли тысячи деревьев. Вот так же, как у меня началась такая веточка персика. А, у меня завтра вебинар, завтра какой у нас? Вы память. 20. Тогда сегодня какой? Сегодня это 29-е. Сегодня? Завтра. А завтра? Значит, завтра 29-го, завтра понедельник, мы проводим вебинар, да? Вот, и там я покажу фотографии. Человека, который довел до 50 грамм. Как это уже другое? А уже потом потомков. Вегетативные гибриды – это такие чудеса. Главное, не портится вообще, чтобы там несъедобные были. Вот. Хуже вот этого не может быть, а вы его сказали сладкий. Терпковатый. Вот. Да. И еще интересно, что там будет еще фотографии персика уже в чужих садах. Можно поверить, что когда-то на замерзшем дереве, ну правда это абрикос, я вот такую вот веточку, вот такую вот единственную живую нашел на замерзшем персике в поселке Сизай. Так? И теперь тысячи деревьев плодоносят по всей России. С одной той веточкой. Представляете, какая роль мне уготована была? Вот. И не замерзает ни у кого. А человек жалуется, у него фотография, дерево все в персиках, аж дерево не видно. Вот. И жалуется, градом убило. Ну, слава богу, чуть-чуть пришибло. Ну, как я увидел-то не это. Ладно, там листики опустил. Но я увидел такой урожай персика. Вот. И все вспоминаю. Вот иди советочка, с нее все пошло. А попробуй ты с плодами это самое проделай. Ведь невозможно же. Вот вы какой вопрос задали? Идемте сюда. Вы какой? А, вы присоединяетесь? Вот. Какой вопрос вы задали? Что такое дюк? Да, вот. Дюки бывают. Это гибриды вишни-черешни. Дюки бывают вегетативные, как у меня. Вот. Вот. Вот попробуйте вон туда дотянуться. Вот до тех. Вверху как-то? Да. Как можно выше. А вот чуть ниже есть хорошенький. Вот под правой рукой. Да-да. Вот смотрите. Это и есть вегетативный дюк, которых не существует в природе. Вот вы что сюда приехали? Это дерева нет. Я в голову морочу. Нет, вот пустое место. Ну? Есть можно? Можно. Можно. Но это еще не роскошь. Роскошь я вам сейчас покажу. Вот тут она. Вот. Получилось, что вон она, это чистейшая черешня. Вот она, чистейшая, да? Наверху, да? Да, это черешня Боднера. Там плоды в два раза крупнее, чем вы в руке держите. Так. А вот это пошла от подвоя.
Но заразилась от нее культурностью. Вот ветки вот эти боковые, это подвой. И вы пробовали с этого подвоя, вот они. Угу. Ну, листья другие. Вот. Но когда вы говорили, что где вы что-то купили за дюк? Ну, у нас листья похожи, как вон на те. Похоже. Так, где вы его купили? На выставке. А выставка? В Сибири. У нас торговый. Ну, я слышал про эти выставки. Весной так, откуда приходится? Отовсюду. А давно купили? Прошлый год. А, так, он... Прошлой весной перезимовал, даже зацвел в этом году, но у нас заморозки, все отвалилось. Салтай, а что отвалилось? Салтай. Цветы вот все, они зацвели. А, цветы-то бог с ним. Дерево живо? Дерево, да. Даже ни одна ветка не... Листья живет. Как на черешне, да? Да, у листья вот похожи вот на такие же. Ну, вот понятно. Такой. Так, и что получается? А откуда привезли, его спросили? Ну, говорили с Алтая. Ну, если это правда, то Алтай климат чуть ли не жестче нашего. Угу. Ну, на уровне Красноярска. Там есть микроклимат, но не везде. Вот, тогда получается, как бы за ним проследить бы. Сфотать вам отправить. А он дерево привитое было? Да. Привитое. Но я посадил неправильно, там ямка маленькая. Ну потом пересадили. Ничего не пересаживал. Вот так растет. А если подой вишня, то он вишня терпит сырость. Он может быть этот. Единственное, что я в таких случаях говорю. Я поздно ямку получилось уже. Отведите воду, то есть канавку прокопайте в сторону, которая ниже. И этим вы ее спасете. Ну, давайте теперь настоящее я угощу вишней. Вот эта вишня с Украины. Как вам? Оторвите несколько вот этих. Вот это красиво. А, чувствуете, что такое? Ну, да. Херсонская область. А теперь пробуйте. И ведь это у меня вишня, привитая на вишню. Вот эта штучка, на вишню. Вот ей ничего, а мне, я 22 года прошло, дерево упало, вот, видите, выдержит такой урожай, знаете, что тут творилось, это птицы доедают, мы туда не лазим уже, представляете, какой был урожай, что рухнула самая крупная ветка, и вот я к чему говорю, значит, дюки, они, если это назвали дюком, да, нормальный дюк – это когда вишню скрещивают с черешней. И там получаются интересные чудеса. Пойдет потомок в сторону вишни – невкусный, зато живой. Пойдет в сторону черешни – вкусный, но должен замерзнуть. Да. Вот. Но если вам повезло, вы сказали, что вам продали привитую. Точно? Да. Привитую. Вот это ваш шанс. Это второй, первый случай вы. Первый случай был у Чернобаева, знаете его. Да, умудрился с Алтая привезти две черешни. Не привезти, а выписать. Рис был огромный. Обе живы. И обе за плодностью, настоящие черешни. Вот. Но такие случаи пока один из тысяч. Кругом поле в сторону не только этих черешни, даже дюков. Проклятие. В этот придумали Валерий Чкалов. Это действительно дюк. Вишни черешневый. И лист похож, тут чуть-чуть. И плоды вишневые, но очень вкусные. Вот. Но мода была дикая, распространение не получил. Догадайтесь, почему? Потому что, потому что Сибирь у нас. Да. Вот. Одна называлась «Краса Севера», а одну не помню. Вот эти, у нас подписано. Да, да вот эти слова, когда слово применяется северное, как мой персик назвали, переименовали, что он теперь не Хасанский, он теперь сибиряк. А люди думают, ну раз персик сибиряк, значит в Сибири. А в Сибири он пока в эти распространения настоящего не получил. Так, давайте я вас сейчас угощу. Пойдем, может осталось. Настоящий чернослив. Дереву исполняется где-то 28-29 лет. Все еще живо. А мы вот какой-то взяли, да? Это не чернослив мы взяли? А я не знаю, что вы брали. Не, мы взяли, короче, сувенир Востока вот забрали, потом забрали сувенир. Сорочинское и чернослив. Да? Сувенир я называю, знаете как, вот, поднимите. Чернослив, сувенир Востока я называю королева сада. Вот она. Что, последний, наверное, плод? Это чернослив, да? Да, это чернослив. Волжская
красавица. Вот я вчера ехал в Серёмушек и снимал это. А, нет, отсюда ехал. Вот там, помните, есть там такой небольшой импровизированный этот базарчик перед ГАЗом. Не, мы там не были вот. В этом. Ну, там и вдруг она мне говорит, у меня черносиволская красавица. А я сюда 30 лет назад завез я, распространял я. Давайте смотреть. То есть уже пошло. Вот. Больше никто этим не занимался. Угостите даму. Косточку себе в карман. Мне нравится, когда люди по карману рассовывают. А? Такой нет привычки. А? Ну что, можно ваше лицо увидеть? Которое перекосило. Нет. Сладкие вообще. Ну, вам, мне повезло, что я смог вас, я люблю угощать. Вот. Все, больше на нем нету. Мы так. Будем бывать на таких плантациях. Ну, давайте еще что-нибудь угостимся. Последние на дереве висят, ну, в тени незавидные. Даже где-то немножко стыдно. Они должны быть ярко, а в тени не хватает солнца, они должны быть ярко-красные. Вот, это у меня третье поколение амура. Вот. Но уже мокрые, позорит меня. Мне нравится амур, раз, и косточка сама падает. Сухой, да? Ага. Угощи. Ну, по-моему, я укус. Вот. Это самый скромный из культурных. Попробуйте. Такая? Угу. Точно. Значит, не опозорена. Ну, все, сегодня пойдемте. Жалко. Я бы вас угостил вот этой грушей. Это не груша, это чудо. Это как сорт называется? Это называется воронежская десертная. Ой, елки, не отломил ли ветку? Нет. Вот, но они еще твердые, я пробовал. Я люблю угощать, но еще рано испорчу только вкус. Это в сентябре где-то, да? Так, нарядная Ефимова, что ниже люди обобрали все. Не дотянетесь. Дотянемся? А, так. Вот тут, если. Я хочу, чтобы вы... А, вот. Соберите, сколько влезет в вас. То есть, ну, втару. Осенью мало покупателей. И очень много портится из-за этого. Все говорят, почему я на рынке не торгую. Представляете? А я говорю, не царское это дело. Торговать на рынке. Вот. И потом, когда все это обрушится, а покупатели сейчас практически не ездят. Весной еще ладно. Столько здесь лежит потом гнилых плодов. Вот представьте себе, что вот это вот. А, это, тут все, не смотрите, а то мне инфаркт будет. Смотрите сюда. Угу. Знаете, сколько до ведер? 30. Как-то до 30 досчитал. И однажды шушенцы ехали, а это моя самая невкусная, это сварок. Вот, на молодом дереве вкусное. А это перестарался, я беру, собираю на семена, а всем говорю, семена вырастите, и у вас будет подвойный собственный маточный сад. Или просто до одного года доращивайте и приводите на них уже сладкие груши. Почему? Потому что сварок, он наполовину этот, уссурийская груша. То есть у него два родителя. Одна из них уссурийская груша. Второй какой-то инопланетный, что-то такое. А это значит, что лучшего подвоя не придумаешь. Каждый год вот такие урожаи. Каждый год. Ни одного не пропустила. Где-то около 30 лет дает урожай. У нее есть автор, я дружу с ней. Байкова Галина Николаевна, директор ГСУ Шушенского. Вот. Один из трех авторов. Вот это ее работа. Умница. Вот. Ну и показать вам дикого родственника. Пойдемте, пока еще не полностью батарейки сели. У нас вот мы посадили одну грушу. Вот. 8 лет росла и в этом году одну дала. Но она одна, у нас не было опылителя. Но ее вот она упала, вот мы как раз в пятницу приехали, она упала, груша эта. И все, там такой мордоворот, вот прям да. Сворачивает. 8 лет, 8 лет ждали мордоворот. Да, поэтому надеялись.
Это думали, есть наша норма. Мы даже не знаем, какой сорт что-то купили, посадили. Вот безграмотно тогда поступили, поэтому. Да, обидно столько лет. Вот, смотрите, трехлетка, видите? Почему она так выглядит бледно? Объясняю. Темно. Темно. Вот. Видите? Это раз. Во-вторых, есть груши, которые не терпят влагу вообще. Это экспериментальная. Вот. Мне ее просто подарили. Вот прям саженец. На, возьми, посади. Я посадил. Вроде бы почти не было дождей. А видите, вот это? И есть груши, которые не терпят влагу. Вот не терпят. Почему? Их историческая родина, она абсолютно сухая. Отсюда форма кроны. Вот такая, почти все ветки вертикальные. Вот так вот ехать. Да. Форма скелета, форма корней. Это, всё, наверное, дурость, когда я вот смотрю видео, люди грушу ветки отгибают, привязывают, чтобы абсолютная она... Абсолютная дурость. Проходит время, и крона у груши раскрывается, смотрите. Вот пошел урожай, и все, она сама. Зачем было ее гнуть? Вот, видите? Зачем гнуть? Зачем это ярусы делать, отрезать якобы лишнее? Дурость невероятная. Смотришь, люди там палки привязывают, отгибают. Во-во-во. Это чтобы, насытить свой сайт или свой этот канал информации. Пусть дурной, но люди-то откуда знают, что их дурят. Так, ну это еще рано. Зимняя. Это вот. Как называется? Слава Мичуринская. Ну, сейчас зима. То есть зима. До зимы еще далеко, она еще никак не поспела. Вот вчера мы собрали яблоки. Вот попробуйте. Вот видите, парочка яблок давно приличная. Поднимите их, пожалуйста. Ну, должен же я чем-то угощать. Вот одна и вторая. Осенняя полосатая. И дело в том, что мне нравится угощать. Вот, вы можете их дома съесть. И так ясно, что вкус, не вкусно не может быть. Нет. Все, в этот, как он? В этот самый. В пакеты пошли дальше. Спасибо.